В этом году отмечается круглая дата – 50-летие официального начала грандиозной ударной стройки, участниками которой в свое время были и многие кубанцы. Приближается полувековой юбилей строительства Байкало-Амурской магистрали. И потому интерес к этой теме возрастает. Трудовые подвиги первопроходцев стройки века не должны быть забыты. Вся огромная страна возводила БАМ, многие посланцы из союзных республик строили железнодорожные пути, тоннели и мосты, поселки и города. Магистраль от Байкала до Амура называли в нашей стране великой стройкой века, и она была проложена усилиями сотен тысяч строителей. В их числе есть и немало кубанцев. Строитель БАМа, а ныне депутат Законодательного собрания Краснодарского края Виктор Чернявский, приехал туда в составе студенческого строительного отряда и проработал там 2 летних месяца. Которые запомнились на всю жизнь. Он старается сделать все возможное, чтобы сохранить память о строителях БАМа. Состоялась встреча Виктора Чернявского с представителями всех заинтересованных служб Славянского района. Он подчеркнул, что бамовцев нужно показывать как героев труда, как пример для подражания молодежи. Есть хорошая идея создания сборника их воспоминаний. Это были непростые условия. И об этом нужно рассказать, и они в этом нуждаются в внимании. И так далее. Каждый вечер у меня проходят эти беседы. Мы нашли представителей самого первого бамовского отряда комсомольского, который в 1974 году, в апреле, прямо со съезда комсомола отправился на БАМ, 600 человек. Если все получится, то это будет сборник 300-страничный. И воспоминания. Через воспоминания бамовцев показан сам БАМ, стройка, движение, эмоции людей. Участие героев труда нам нужно показывать людям. И героям труда это нужно, чтобы они помнили, знали только. Это нескончаемая история. И мы уйдем с вами, а нас никто не вспомнит, если мы сегодня о своих отцах, дедах и замолвим слово не расскажем. Депутат Законодательного собрания Кубани сказал, что администрацией края принят план подготовки юбилея Великой стройки. Развернута широкая работа по поиску кубанцев, работавших на БАМе. К этой работе подключились и славянцы. Информация от живых участников строительства, воспоминания, фото бесценны. Что может быть важнее, чем представить молодежи героев трудового фронта, которые доказали, что в жизни всегда есть место подвигу. Если вы участник строительства или имеете сведения о ваших родственниках, строителях БАМа, обращайтесь в Управление по делам молодежи Славянского района. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».